Это задача нашей городской власти – сделать все, чтобы дети росли в безопасности, семьи были в безопасности. Мы считаем необходимым позаботиться и поставить плечо поддержки тем семьям, на которых сегодня держится наша страна и многие страны в мире в том числе. Мы отправили 65 человек в общей сложности, больше 16 семей. Отправили Виталию в Генуэ, наш город-побратим. Сегодня они уже в Италии. Каждый ваш шаг, каждое ваше движение будет сопровождаться нами. Мы держать руку будем на пульсе. И с муниципалитетом, верно, со швейцарской стороной. В этом вы можете не сомневаться. Сейчас.